привет! Мы на канале Мисс Лёля Принцесса, и сегодня мы едем в магазин за рыбками. Магазин, который называется Pet Mania, Pet да? Pet Mania. И мы купим там двух рыбок. Да, двух рыбки, какие мне нравятся. Какие тебе понравятся, да? Там даже здесь много зверят. Там и зайчики. Зайчики, птички. Попугайчики. И рыбки, да? Со мной полезет моя косточка Марии. Ребята, я чуть-чуть попадела. Да, ну ничего страшного, Илюша. Да. Все. Все, поехали. Увидимся в магазине, да? Все, поехали. Все, открыли дверь. Все. Надо проверить. Все. И вот это уже закроется. Собачка. Пойдем, ребята! Ребята, давай посмотрим! Ой, какие! Корни взяли как раз, да? Смотри, снимайся, смотри! О, вау, там тоже. Вау, смотри, что еще они прикольные. А вот волчки. Ух ты, маленькие. И вот они сидят, красавцы. Да, только один там, второй. Это выйти вот там. Знаете, причем можно показать еще. Что ты нам показываешь? Тарантул. Тарантул, это такой... Тарантулы. Пойдем посмотрим. Тарантулы. Ребята. Вот, смотри, Юль. Что? Ящерица. Она сидится. Верится, да. Вот она какая. Она смотрит на меня. Она смотрит на меня. Смотрит на тебя? Что там? Вот, смотри, голова торчит. Да, а это водичка. Ой, смотри. Вот она какая. Она не шипит почему-то. Не шипит, да, потому она что маленькая. Она отдыхает. А здесь, смотри, кто? Тараканы. Они настоящие. Вот эти? Да, вот эти. Да, да, это настоящие. Да, вот этот длинный паук тарантул. Он где-то зубки. Он где-то зубки. Где он? Вот он. Вот этот он кусает. Ага, вот это его домик. Ребята, там, похоже, нету никого. Там, ребята, там да. Нет никого. Где нету? Черепашек. Черепашек нету, да? Да. Нет. Тогда собирайте рыбки. Вот это... Вы помните этот мультик? А ведь там есть такая рыбка. Подойди. Ага. Вот это рыбка Немо, а вот это я не знаю. Это Немо же, нет? Это все красивые. Красивые. Ой, какие-то. Чудики. Вот, смотришь на эти рыбы. Видите, какая черная. А вот это не рыба. Это не рыба. Вот это. Это не рыба? Да. Что это? Колючка. Это инопланетянин, нет? Нет. Она пузырь вдруг. Где? Вот это. Нет, камни. Посмотрим на это. Какие у нас есть рыбки? Какие тебе нравятся? Вот смотри, маленькие. Ой, какие маленькие. Тут и замок. Смотри, такой классный. Замок? Я не вижу. Там она зашла. Вау. Где зашла? Вот это. Вот она зашла. Здесь что?
Юляша, ну выбирай, какую ты рыбку хочешь. Я выбираю вот эту черненькую. Вот эту черненькую, да? Вот эту. Хорошо. Итак, будет у нас какая? Рябенькая, да, Юляша? Рябенькая и черная. Вот такая черненькая. Я надеюсь, у меня попадется самая маленькая. Самая маленькая? Да. Чем тебе маленькая? Чтобы одна, чтобы все другие наши рыбки. Вы помните это видео, где я рассказывала про моих рыбок? Да, мы помним. Кто смотрел, напишите комментарии. Вот лимонки твои, да? Лимонки? У меня такая же есть. Лимонка, да? Да, у меня есть такая, только где белая, у меня нет. Только, только сейчас золото. Ну вот смотри, какие прилипалы, да? Прилипал. Прилипли к стеклу. Да. А вот там никто не заливал. Как не заливал? Вон рыбка. Я пугаю. Маленькая. Я как рада, что мне попалась маленькая. Ты рада? Очень? Ну, будешь ее выращивать? Ну все, поедем домой тогда. Да, у нас такие были. Выпускать в аквариум, да? Где самая маленькая? Она была в духовке. Нету маленькой. Вот, вот здесь тоже нету. Что ты ищешь? Смотри. Похоже, вот здесь. Да, она вот там. Вот она спряталась. Да. Ты решила нам сегодня все кухни показать, да? Да. Спрятайся вот там. Угу. Где моя маленькая? Ты спрятала все время, спрятайся. Куда спряталась, Мари? Похоже, духовки. Духовки? Тоже нет. Нету. Холодильник, да, спряталась? Да! Мы едем домой! И рыбки, я думаю, они будут грузды! Я их назову дома у меня! Хорошо! Хорошо. Ну, ты по дороге поедешь, ты подумай, как их называть будет. Да? Мы подумаем. Киса! Покажи ему рыбу. Вот котенок, звездные рыбки, твой подарок! Ой, ты котюнец. Котюнец. Сейчас домой еще пойдет. Котюнец. Ну давай, пошли, я ему вынесу сосисочку. Сосисочку. Как мне положено, конечно. Конечно, давай, но уже пускайся. О, поплыли они. Они маленькие, да? Поменьше чем наши рыбки.
Ну ничего, ты будешь кормить их каждый день? Да, сама. Она пока смотрит. Она покатилась, и она смотрит на аквариум. Она смотрит. Всем пока-пока. И подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Пока, рыбки!